Я обещал вам то, что разыграю 24 тысячи FIFA поинтов. Сегодня в группе Влад Капуста в 10 часов вечера результаты будут. С вас всего лишь подписка на мой канал, подписка на мой новый канал, поставить здесь огромнейший лайк и написать любой комментарий. Всем вам хочу пожелать удачи. Всем привет, друзья, с вами Влад Капуста. У меня есть наборы по 1000 FIFA поинтов. Здесь есть достойные игроки. Самый достойный игрок с рейтингом 89. Хотелось бы, конечно, чтобы он выпал. Но если 85-86 мне выпадет, то я тоже буду очень рад. А пока что я начинаю открывать вот эти вот паки. И будем смотреть, что здесь выпадает. И стоит ли вообще их открывать. Ну, рейтинг 75. Это все, что здесь выпадает в самом начале. Я, конечно, думал, то, что будет, ну, там какой-то вариант, типа... Знаете, вот такая, даже не вариант, а вариация, когда будет, например, там выпадать 2, 3, 4, 5 игроков, и под конец его, возможно, элитный игрок выпадет. Но не... Опа, кстати, ничего себе, сразу же открываем второй набор, и у нас игрок с рейтингом 82. С помощью этих паков, как я понимаю, можно собрать себе очень быстрый состав топовый. Хотелось бы, конечно, чтобы Крис Моллин мне выпал здесь, и будет вообще идеальненько. Сисоко, кстати, Шурли. Вот эти вот игроки, если бы хотя бы парочку из них топов выпало, было бы очень шикарно. Надеюсь, что eSport сегодня меня не будет подставлять, да и вас самих, и даст нам топовых игроков. Но пока что, ну такой себе, любительские игроки выпадают. Надеюсь, что это все очень быстро исправится. Очко селекция, 100 штучек. Так, открываем дальше. Давайте еще 5 наборов откроем. Посмотрим, стоит ли их вообще открывать дальше или нет. Так, очко селекция. Да ну что такое? Давайте, парочку элитных игроков хотя бы. Рейтинг 85+. Давайте, eSports. Ну, Флетчер. 3 пака еще открываю и решаю, что делать дальше. Наборы селекции. Не подводите меня, пожалуйста. Очко селекции, 120 штучек. Постоянно все те же самые игроки выпадают. Особо такого разнообразия нету в этих наборах. Давайте, давайте, eSports, очко селекции. Ну и последний пак, который я открою, набора селекции. Сейчас как раз обдумаю, стоит ли дальше открывать их или нет. Но не то, чего я хотел бы, конечно. Один элитный игрок все лишь выпал за 10 тысяч поинтов. Вообще ни о чем. Так, мы переходим пока что в компании, селекция. Тратим очки селекции, посмотрим, что нам будет выпадать, набор селекции. С помощью этих очков, конечно, можно собрать топовый состав, я думаю. Куплено. Кстати, друзья, если вам нужна крутка FIFA Points, обращайтесь ко мне в личных сообщениях ВКонтакте. Цены достойные. Рейтинг 80 у нас выпадает. Идем дальше. Блин, совсем чуть-чуть не хватает очков селекции. Ну как так? Придется купить еще один. А ну-ка давайте так, купим за 2500 диамантов. Очко селекции. Ну, все то же самое. Тратим очки на него. И получим игрока с рейтингом 86 LV. Довольно-таки неплохо. Так, мы переходим обратно в магазин. Давайте мы еще откроем наборы за поинтом. Я думаю, то, что самый лучший вариант открывать наборы премиум. По 1000 поинтов. Давайте посмотрим, что мне здесь будет выпадать. Элиточка будет. И, кстати, есть. Только открыли, сразу элитный игрок выпадает. А ну-ка, давайте выйдем отсюда. Проверим тактику. Еще раз сюда нажимаем. Премиум набор. А ну-ка, давайте по-быстрому. И под конец снова. Сон! Офигеть, блин! Вот это игроки. Вот это я понимаю, паки. Давайте еще раз выйдем отсюда. Возвращаемся сюда. Премиум набор. Открываем снова. И снова элитный игрок. Офигенно! Третий элитный игрок подряд. Возвращаемся обратно. Блин, если это будет работать всегда, походу я нашел баг, как постоянно попадает элитный игрок. Я надеюсь, что это будет работать. Пожалуйста, eSports. Нет, нет, ну... Три игрока подряд выпало мне до этого. Ничего, еще раз попробуем. Возвращаемся в наборы. Давайте еще одного элитного игрока. Вообще, если мастер выпадет, будет супер-пупер. Нет, нет, ну как так? Ну так красиво все начиналось. Сразу три элитных игрока подряд было. Есть еще 5000 поинтов. Пожалуйста, eSports, не подводите меня и моих ребят. Открываем. Косильни. Здесь, возможно, выпадет игрок элитный, либо мастер. Вот это будет шикарно, если мастер выпадет. Ребята, я не знаю, что делать. Давайте так, я закрываю глаза. Если мне фартануло, сейчас игрок выпадает с рейтингом 83+, 85, тогда вы ставите здесь огромнейший лайк в честь поддержки меня.
Пожалуйста, давайте. Удачи, будь на моей стороне сегодня. Пожалуйста. Ну, все равно, два элитных игрока выпало все-таки, но рейтинг 80, конечно, обидненько немного. Но все же, две элитки — это две элитки. И мы с этим ничего не поделаем. Три тысячи поинтов остается у меня. Ребята, давайте, пожалуйста. Верьте в мою удачу. Но удачи пока что нету, открываем все. Ах ты, блин. 2000 поинтов остается. Если честно, стрёмно немного. Но надеюсь на то, что хотя бы еще один элитный игрок хотя бы выпадет. Давайте, высокий рейтинг, пожалуйста. 88+. Нет, Бласьем. Открываем. Нет, нет, под конец ничего не было. Но море элиток мы получили. Вот офигеть. Столько много элитных игроков выпадало в этих премиум наборах. Капец. Мне вот лично больше всего зашли паки по 1000 FIFA поинтов. Ребята, если вам понравился мой пак опенинг, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал. А также большое спасибо моему подписчику за предоставленный аккаунт. Ссылку на его страничку я оставлю в описании каждому из вас. И самое основное, не забудьте подписаться на мой второй канал, потому что там будут всегда проходить розыгрыши и прямые эфиры. А с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста. И всем вам до скорых встреч. Всем пока!